Сбор гуманитарной помощи для жителей Курской области Алтайский детский фонд начал еще в начале августа. За это время помогли нескольким десяткам семей с ребятишками, инвалидами и не только. Кроме того, общественники взяли под свою опеку один из пунктов временного размещения. Там сейчас тоже живут люди, которые бросили свои дома и скрылись от обстрелов. Мы либо оказывали адресную помощь семьям, и они шли в магазины, в аптеки, покупали то, что нужно ребятишкам. Либо это было приобретение товаров, оплата чеков. Мы приобретали бытовую технику, и для ребятишек очень важно было к началу учебного года приобрести планшеты, потому что обучение проходит у них в дистанционном режиме. Фактически в каждом регионе страны находится отделение таких детских фондов. В Курской области тоже есть. Сигнал СОС подают именно оттуда, а наши алтайские общественники принимают и помогают. Спасибо всем, кто помогает нам, Курской области, нашим семьям, которые оказались в такой трудной жизненной ситуации. Помогай всем, Господь. Силами Алтайского детского фонда смогли собрать 800 тысяч рублей. Помог Союз промышленников, а также рядовые жители края. Эту поддержку уже получили жители Курской области. Если вы тоже хотите помочь, всю информацию можно найти на сайте фонда. Туда каждый день обращаются новые семьи, которым сегодня она так необходима. Мария Костолева, «День с толком».